Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Это видео по рублевому майнеру Илькам. Он был когда-то в конце года, вот так где-то в декабре. Стартовал он 6 мая. Вот. Свеженький. Выплаты вот у нас здесь идут. Люди выводят по рублю. Как я поняла, от 1 рубля. По 36 рублей. Так, у меня накапала денежка. Я хочу проверить его на вывод. Прошлый-то хорошо платил. У меня к нему претензий нет. А вот этот мы еще и не знаем. Как, потому что я еще вывод не делала. Я инвестировала сюда. 15 рублей закинула. И у меня 8 накапало 89. Еще вот первый раз буду делать вывод. Значит, что нам надо? Так. Депозита. Я уже не... Ага, вот вывести средства. Вот, секундочку. Вот, где у нас майнится денежка. Вот здесь... Вкладочка «Вывести». Вот депозиты здесь. Вот 10 рублей нам дают при регистрации бонус безлимитный под 1%. И 15 рублей я закинула. У меня 9% в сутки выходит, написано. Вот. Так. «Вывести». У меня 8,89. У меня по умолчанию стоит уже пейер. Как бы я унесла. Ну что, 8. Ставим 8. Так, точка 80 поставлю. Так. Нажимаю вывести. Деньги успешно выведены. Так, надо теперь проверить. Так, закрываем вкладочку. Так, возвращаемся. Мой профиль. Баланс должен обнулиться. Так, и посмотрим. Да, баланс обнулился. А вот денежка пришла инстантом. Замечательно. Включаю историю. Посмотрим. Ага, вывод. Пополнение мои. Смотрите, вот история. Я закинула сюда 15 рублей. И вывод 8,80. Переходим на почту. Так. Payer. Ну. Так. 8,71. Комментарий, выплата, мой логин от Илькам. Ну и замечательно, проект платит инстантом. Все супер, на этом буду заканчивать. Кому интересно, присоединяемся на бонусные. Пусть бонусный капает, пробуйте, рубль накапает. От рубля, я думала, что минималка. Здесь вопрос-ответ уже сами почитаете. Но выплаты я вам показывала, что тут уже некоторые... Ну, не некоторые, а многие выводят от рубля, как бы. Я так понимаю, что минимальная сумма на вывод 1 рубль. Видите, рубль 70. Вот, на этом все. Всем удачи. Пока-пока.